Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем жарить печень. Здесь пленочки. Пленочки можно снимать. Вот эти вот тут вот пленочка. Но я не буду снимать, потому что я люблю с пленками. Вот и режем на небольшие кусочки. И будем ее с вами отбивать. Это чтобы не летели у нас брызги в разные стороны. Друг за дружкой вот так кладем. И бьем со всей дури нашей. Так, камеру я переставила. Мука и яйцо нам понадобится. А яйцо у меня одна штука. И мука где-то чайной ложки, штучки 3-4. Так, наша печень отбитая, побитая. Поливаем маслицем. Так, берем нашу печень. Такие вот у нас кусочки. Кладем ее в яичко сначала, а потом в муку. Так, вот яичко. Хорошенечко. А потом в муку. Раз. Два. Вот. Потом просто возьмем, перевернем на другую сторону, все немножко пожарим под закрытой крышкой и все. Короче, я потом вам покажу конечный результат. Так, ну вот наш конечный результат получился. Вот так получилось вкусно. Это вот, кстати, я намешала яйцо с мукой. Ну вот, не знаю, попробуем. Как она получилась? Кстати, она мягенькая. Я думала, она уже жесткая стала. Попробуем сейчас вкусное. Ну да, в принципе, такое вкусное. Это яичком напоминает. Яичко с мукой просто. Ну, не пропадает же добро. Такая лепешечка. Так, ну и давайте разрежем какой-нибудь кусочек. Посмотрим, как он у нас поджарился. В принципе, да, прожарилось, как обычно. И давайте его попробуем. Очень вкусная, мягкая, такая нежная. Жилки попадаются, но они легко прожевываются. Прям такая обалденно вкусная. Видимо, я давно не ела уже печень. Такая прям ароматная. Поджаристая, кстати, она у меня еще получилась. Здесь, кстати, вот тоже вот точно такая же зажаренная штучка, как вот эта. Вот поэтому я решила сделать ее, попробовать. Можно было просто даже вылить, пока они еще там все вместе жарились. Она бы не была такая толстая, была бы как чипсинка. Но они очень вкусные, хочется, знаете, вот как чипсы действительно есть, есть. И вот чуть-чуть вот поджаристые вот эти вот прям вообще обалденные просто. Может быть, это я люблю просто поджаристое, но оно нереально вкусное. Готовьте вместе со мной. Получилось очень вкусно. Также смотрите мои другие рецепты. Как я готовила сало, как я яблочный пирог готовила. Там очень-очень много интересного. Также у меня есть на канале обзоры на продукты из фикс-прайса, из обыкновенных магазинов. Шоколадки там всякие, ну, всякие вкусняшки, обзор на маслица, ну, и такие обычные, то есть и горькие, и сладкие продукты, как у меня мама любит говорить. Вот. И также у меня есть влоги, как мы с сыночком живем, моему сыну 2 года с половинкой уже будет, наверное, к тому времени, пока этот ролик выйдет.
Вот, обязательно смотрите, мне будет очень приятно. Также пишите комментарии, я все их читаю. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.